сегодня победил Мин Сон Джин. Хотя ему здорово досталось. Да, он молодец. Похоже, в Корее нет ему равных. Мин Сон Джин хорошо показал себя. Отличный бой! Я же вовремя, да? На тебя взяла конфеток и еще мандаринок. А вот это мне. Ты кто? А ты кто? И где дедушка? Почему он ушел? Заболел? Он сегодня уволился. Прости, что ворвалась. Цвет серый. Оставь. Не носи серый. А знаешь почему? Кстати, меня зовут Джун Хва, а не Эй. Симпатичный? Конечно, он же актер. Да не он, а ты. Только не смей врать, слепой. А как тебя зовут? Я выгляжу мужественно. Значит, лицом не особо вышел. Марселин. Как? Чанг Марселина? Идем строго направо. Я тебя предупреждала. Надеюсь, ты недолго ждал? Там что-то застряло? По вечерам ты работаешь на парковке, а днем где? Работаю в доставке. А чем раньше занимался, когда был моложе? Ну, это вроде как не твое дело. Мне 30 лет. Я был боксером. Я был плохим парнем. Очень плохим. Спокойной ночи. И по какой же причине ты вдруг решил вернуться? Должно быть, страшно жить одной. Уходите. Ваша жена наверняка не знает, что вы здесь. Ты даже не представляешь, насколько ты красива. Дура! Это же не ради одной ночи. Кто бы вы ни были, остановитесь! Мы просто хотели попить чаю. В глаза мне смотри. Увижу здесь. Убью. Ты что, углы скруглил? Ты порожек убрал? В глаза мне смотришь? Угу. Врунишка. Тебе больно? Нет, очень хорошо.
Как бой? Дай посмотрю. Все цело. Раньше я любила дождь, а теперь ненавижу. Почему? Это был день детей. Мы решили прокатиться всей семьей. Шел дождь, но я настояла. Ты что творишь? Бросай так жить. Когда-нибудь ты об этом пожалеешь. Я бы так хотела, чтобы они выжили. Я верю, что это они послали мне тебя. К сожалению, скорость регрессии пугающая. Если ничего не сделать, в ближайший месяц она навсегда потеряет зрение. Врач сказал, можно купить роговицу в Штатах. Мы не можем себе это позволить. Другого шанса больше не будет. Ты точно на все готов? Это будет рядовой бой. Проблем быть не должно. Я же говорил тебе не общаться с ним. О чем ты думал? Почему не послушал? Это ей на операцию, да? Ты же меня дождешься? Мне некуда идти. Если ты победишь, тебе дадут деньги, а еще бриллиант. Если сможешь привезти его сюда, получишь еще 20 тысяч. Ну вот и все. А мне никто не звонил? Груз при тебе? Да. Тебе могут мести. Так что позвони, как доберешься до станции, и ничего. Хорошо, понял. А кем вы ему приходитесь? Женой? Нет. Сестра? Два года спустя. Это такое счастье, что вы нас регулярно посещаете. Ну что вы, все просто обожают ваш массаж. Столько всего хорошо делать умеешь. А вы, должно быть, упражнялись. Это заметно. Вы можете говорить? Позвольте сделать вам массаж. Это черепашка? По-моему, она заболела. Отвезу ее к доктору. Изи! Изи! С вами все хорошо? Я кошелек забыла. Так и понял. А где моя черепашка? Ты ее разве не забирала? Сюда заходил парень на костылях. Он купил ночной жасмин. Что тут написано?
Это строчка из Ромео и Джульетты. Со мною говорят ее глаза, и я им буду отвечать. Я же говорила, что хочу смотреть только на твое лицо. Почему все это время я была вынуждена смотреть только на свое?사랑했던 것 같아요. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아. 아저씨. 걱정 말고. 너 왜 그래 나? 이라고. 그 말을 왜 못해.